Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать вам об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазинные чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти... На эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из этой, из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профит покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Всем привет, Холобала. Итак, ребята, я вам сейчас покажу саму коллекцию. Вот такие вот коллекции у нас, колоночки дженниусные. Модели 4, только вот здесь одного не хватает даже. Ну типа это у другого черного с кожухой. Вот эти я покупал в августе за 550 рублей. Где-то из Новотроицка эти покупал. Потом это, покупал даже эти за 350 эти тонны для воспроизводительности звука, которые я эти покупал в Орске там, эти, ну, на Воснецовой покупал на остановке. А это из Новотроицка тоже покупал. А вот и дерево. Деревянные колонки. Очень хорошую я коллекцию придумал, ребята. Если вы хотите, также снимайте коллекцию этих колонок. Эти модели покупайте и снимайте 5 штук моделей с Дженниуса и Свена, а также диалог. Постепенно и Defender покупайте такие же колонки. Так, я вам все показал и рассказал. Теперь я... Они вот такие вот из пластиковые, они даже сделаны. Модель, вы помните это? Модель SP-300-600A. А вот я сейчас на компьютер, я здесь сижу здесь. И слушаю постоянную музыку. Я новый слушаю музыку 2019 года. И даже без авторских прав. SPG-06. Дальше черные. Черные. Дальше вроде... Здесь должно быть написано. SPMED 200 это модель.
Здесь разъем для наушников, сзади гнездышко. Так. Практически и качественный из дерева. О, даже я вам об этом расскажу, что на нем даже есть такие вот... Внутри везде есть динамик, который внутри закреплено этими болтами. Как, ну как вы здесь стоите болтами, когда я мыл сначала откручивал это, вот здесь отверстие, потом вот здесь мыл там сзади и все, вытирал там еще и... Убирал там за собой, чтобы не засорились там все эти контакты. Мне довольно очень понравились такие вот колонки. И еще благодаря эти понравились. Они довольно звучат хорошо. Это тонны. Я из производителей музыки. Также это здесь нет тонны, не 3D sound, а просто нет гнезд для наушников. Так, в общем, не хватает колонки одного теперь. Для модели. Для коллекции. Я коллекцию собираю только, чтобы оно было, чтобы они были 5 колонок. Такие вот модели снимаю. Короче, если кто-то напишет мне в комментарии, что это за модель, кто его купил, кто его видел. У кого есть такие модели, у кого нет, то пишите, пожалуйста, в комментарии. А с вами, как я, был Данил на канале. И ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, не пропускайте мое лучшее видео. То заходите в Одноклассников и на Facebook. Всем пока!